Уже сегодня Ислам Хубиев сменит спортивный костюм на военную форму и отправится к месту несения службы. Но пока есть возможность, парень общается со своими родными и друзьями, внимательно слушая их наказы. Отец призывника Халим Хубиев сам служил и поэтому знает, что сказать сыну. Если бы меня еще послали, еще раз служил бы я. Пусть едет, служит, защищает родину. Мы хотим, чтобы служил. Все должны служить. Мужское население, которое по призыву готово служить, пусть служит, пусть защищает родину. Сам без пяти минут солдат выглядит спокойным и уверенным. Прошли времена, когда армии пугали. Теперь все идут служить охотно. Все хорошо, спокойствие. Надо идти, иду. Родители тоже спокойно относятся к этому. Я вот после армии хочу поступить в органы. Ну, планирую. Посмотрим там, как получится. Иду ради этого, можно сказать. Нынешний призыв, как и предыдущий весенний, имеет ряд отличий, связанных с распространением COVID-19. Изучение призывников, общения с ними теперь проходит дистанционно. Далее молодым людям выдается направление на тест на коронавирус, и в случае отрицательного результата выдается повестка. Все меры, которые приняты сейчас в военкомате, с учетом опыта весенней кампании, позволяют сейчас обеспечить не 100%, но 99% того, чтобы призывник, уходя со сборного пункта в войска округа, не допустил распространения коронавирусной инфекции. Большое внимание профилактике инфекции уделяют и на самом сборном пункте. Перед тем, как войти в него, каждый проходит термометрию. Несколько раз за день специальная служба химзащиты проводит полную дезинфекцию территории. Каждый призывник, прежде чем направиться на медкомиссию, проходит в лабораторию, где у него берут экспресс-анализ на наличие антител COVID-19 в организме. Если мы определили наличие иммуноглобулина М, то есть это когда есть заражение в крови, инфекция, он проходит в изолятор, он там ожидает, мы делаем вызов, приезжает врачебная сестринская бригада и увозят уже в госпиталь. Если же призывник здоров, то он направляется на медкомиссию. Перед этим обязательно вновь сменив маску и продезинфицировав руки. Вся медкомиссия проходит также с учетом всех требований Роспотребнадзора. И в случае, если призывник годен, ему выдается все необходимое обмундирование, и он направляется к месту несения службы. Арнес Чуков, Олег Молхожев, Архиз, 24.